рад, что мои чебурашки продолжают, так сказать, продолжают радовать людей, и что есть даже создано, что ли, такое группа или общество, как это назвать, которое называется чебурашка. Для меня это, конечно, большая радость, и я этим горжусь. Можете им что-нибудь пожелать или сказать? Ну, пожелать в жизни счастья остальным? Да, конечно. Пожелать и счастья, и успехов, и здоровья, и радости в жизни, и чтобы это, так сказать, участие в этом движении доставляло им много радости. Спасибо большое. Да, пожалуйста.